Залетел мне альбомчик, вот как видите, небольших размеров, весь, скажем так, мягко зарыганный какой-то хренью. А в нем марочки. Тут пусто. Сейчас я каждую страничку вам покажу. Так, тут он тетя, красная шапочка. 24. В общем, когда я покупал, я насчитал тут их штук 200. 200 марок. Какие ценные, какие неценные. Ничего вам не скажу. Вот такая вот крупненькая тут. А, кто-то одну украл. Какая-то вон бабушка Алуша. Бабочки, жучки, мухи, всякие зверюшки. Млекопитающие. Жабы, бабы спыщут, рыщут. Черепахи, змеи, змеючки. Короче, в этом альбоме, блин, ассортимент широчайший. Широчайший, ребята. Филателисты, нападаем на мой альбом. Смотрите, сколько тут разных птичек. Птички, синички, утки, хуютки, курочки, лебеди. Офигеть. Даже крабики есть. Оп. Пошли грызуны, волки, олени и моржи. Все с печатями гашеные, некоторые не гашеные. О, рыбуськи. Рыбуськи, собаки, тигры. Да, тяжелая работа, конечно, марки раскладывать. Так, звездочки, какие-то мини-мини марочки. Как огрызочки какие-то. Или может быть такие есть какие-то машинки. Любопытные, конечно. Вот 12-я скоростная. Опа, это что за бабосик? Что ж это такое, а? Это какая-то Чехословакия какая-то крупная. А вот он какой бабосик. Бабосик. 50 гривен. Чик. 500 лет со дня рождения Микеланджело. О, Микеланджело. Прикосновение Бога. Супер. Эту, пожалуй, я себе оставлю. Так, что тут еще есть? Фауна. Грибы. Грибы, цветочки, 8 марта. Арбузики. Ух, какой веселый арбузик. Ребят, заходим по ссылочке. Ссылочка в описании моего канала. Даже вот кубинские есть. Кубинские марочки. Так, альбом для марок 175 на 240. Артикул. Днепропетровская область. Типография. Цена альбома когда-то была в советские времена 5 рубасиков. Чик. Все, сегодня в продаже.